Витрины создателя. Что будете делать в таких условиях, когда власть терроризирует мир? Надо людям подсказать послесловие. Надо сменить у человечества ориентир. Если не думать об этом, то все по плану. По плану минуса или тьмы. Кажется, что людям много не надо. Жизнь на планете от рождения до тьмы. Заколдованный круг человечества. Сегодня пандемия уничтожает людей. Нет никаких надежд на Отечество. Людям не понять, что Богу видней. Как Бог мог допустить пандемию? Как разрешил разрушить союз? Сегодня на сцене божественная комедия. Чем закончится человечество-юз? Нет, кажется, логики в этих событиях. Пандемия – это враг человечества. Мораль и нравственность давно забыты. Не получилось ни у кого Отечества. Все события не имеют логики. Пандемия уравняла все шансы. Пятая раса пишет последние строки. Люди не могут объяснить нюансы. Нет логики в смерти людей. Пандемия – сотни пока миллионов. Непонятно, кто на планете злодей, который держит в руках мамону. Есть открытые враги – Русь и Запад. Противостояние грозит войной. Но нет еще пороха запаха. Значит, война может пройти стороной. Эта картина – человека-фантазия. Это мир рассуждений людей. В прессе люди ожидают оказию. Сами хотят, чтобы война началась скорей. Создателю не нужны эти действия. Война не входит в планы Создателя. Есть в большем масштабе воздействия. Надо убрать с планеты всех обывателей. Шестая эпоха – это только 2% чистых людей в Боге. Сегодня жизнь человека не стоит и цента. Создателю люди-боги нужны в итоге. Естественный уход есть и принудительный. Создатель объединил два условия. Пандемия – сценарий удивительный. Люди не могут этому противодействовать. Шестая эпоха ожидает небесный план. Люди свалили все на мамону. Армия и полиция – это единый клан. Они действуют по закону. Закон – это правило пятой. В шестой будут бога-каноны. Русь должна быть святой. В стране никому не нужны погоны. Сценарий Руси – лучше меньше, да лучше. Минус надо убрать с планеты. Пандемия – это не слепой случай. Для очищения планеты не надо вендетты. Случай принят на вооружение, но этим миллионы не объяснишь. Нужно божественное окружение. Этим можно очищение пояснить. Людям надо изменить сознание. Шестая эпоха – это эпоха богов. К людям должно прийти понимание. Небеса ждут очищения потоков. Нельзя думать, что это слепой случай. Это не случай, а планы Создателя. Пандемия – это шаг к очищению на планете всех обывателей. В этих условиях нужен отбор. Либо с Богом, либо без Бога жить. Пандемия – для людей выбор. Человеку решать, быть или не быть. Этот вопрос стоит вечно, но не в таких масштабах. Миллионы живут совершенно беспечно. Они скоро останутся на бабах. Пандемия – это идея неба. Новый мир откроется для 2%. Войны, как очищение, – это небыль. Пандемия – это количество пациентов. Недовольство – это тоже болезнь. Плохое здоровье – первый признак. Нельзя рассчитывать на везение. Бог в Конституции – это знак. 2% уже подготовлены. Все другие займут свои ниши. Для 2% знаки Бога уже изготовлены.
людей и богов шестой эпохи я уже вижу. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 20 сентября 2021 года. Катрен. Нельзя думать, что это слепой случай.